Привет! Чтобы определить архитектуру операционной системы и разрядность своего процессора, нажмите одновременно клавиши Windows и пауза. Если вы пользуетесь ноутбуком с функциональными клавишами, то возможно понадобится нажать кнопки Windows, пауза и FN одновременно. Появится окно «Система». Также в это окно можно зайти, если вы откроете «Мой компьютер» или «Этот компьютер». На фоне нажмете правой кнопкой мыши, а затем «Свойства». И в этом окне в строке «Тип системы» мы видим, какая архитектура установленной Windows и какая разрядность вашего процессора. Архитектура x86 устаревшая и используется для старых компьютеров с одноядерным 32-разрядным процессором и малой оперативной памятью 1-2 ГБ или меньше. В современных машинах используются 64-разрядные процессоры, поэтому лучше использовать Windows с архитектурой x64. Так ваша система будет работать быстрее и стабильнее. Друзья, надеюсь, этот ролик вам помог. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, пока без проблем. Пока!